Китай говно, Япония класс. Хуйня. А почему Китай говно? Потому что я учу их вонючий язык. В принципе, логично. Ой, такая жопа. Неправильно палочку, ну, типа, не в ту сторону ее начал писать. Два четверти, тварь. Потому что там китайский. Привет, как дела? Палочку не туда поставил, ты хуй. Типа там эти черточки, я не знаю, как это называют, я уже забыл. Типа ты их надо, например, вправо писать, а я влево. Вот два тварь в четверти в году. Китайскому? По китайскому. Четыре, а чё? Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Вы можете как? Дров. Ну повернись ко мне. Ух ты, блядь, что он откуда? Я на другого мне... Чего, блядь? Вообще, а как я выжил? Я в шоке. Я что, я знаю, как эту пещеру. Давай, погнали. Мы с Никитой обязательно с тобой поедем. Ладно. Так нам там нужна тачка бы. Или... граната. Тут тебя зависло второй. А тут тебя зависло. Я не зависаю, это ты просто... зависаешь, вот все. Чувак, у тебя, блядь, перечеркнутая хуйня. Тебе просто кажется. Да, серьезно, ты не верил. Не верил, нет. Ну все, мы уже в самолете. Астрач. Хорошо, вот я слышу, где будет. Я щиты подрубил просто. Там дроп еще что есть. Да там их штучек миллион. Эй, не надо стрелять, пожалуйста. Братишка. Пример взял. Теперь, когда ты должен стрелять, ты должен говорить та-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 та. У меня коряк. У меня М24 и М416. У тебя коряк и М24? Да. Коряк и М24, ну ты мажор, пошёл. Правда, я нашёл их. Ну ты тос, давай мы в твоей машине поедем. Здрасте. Ой, здесь кто-то был. Да там стрелялись только что, я тебе говорю, инфа сотка ноль. Слышь, у кого-то есть 8x? Ну чё, по нас маляют. Блять, вот поржал, блять. Никита, как обычно, в дребенях, нахуй. Ну простите. У него арбалет! Прикол. Арбалет, просто. Ну да. Блять. Впрочем, ничего нового. Нах ты флаг сменил. Это как там, гендиан, блин. Эй, зачем тебе домой? Мамки твоей. А что, да тебя ничего не смущает? Ну типа нам надо вот сюда, а мы летим вот так. Это ты так лишь? Я вижу, как ты летишь, ты падаешь просто. А что, я тебя удивлю? Падаешь в рот. Просто. Ну что ты падаешь? О, что-то шмалят по тебе, да? Откуда? Эй! Я хуй знаю, блядь. О, молодец. А я ж говорил. Поможешь всем? Ну да. Нет, не успел. Это фиаско, братан! Первый. Можешь выйти? Тут по-твоему дурачок. Давай опять сыграли. Ну подожди, я сейчас остановку поеду. Я сейчас какую-нибудь хочу сковородку убить. Это нам двухколесный. Я ничего не вижу, у меня жвачка на весь экран. О? Ты вижу? Боком едет. Боком едет. Да ебан. Я думал, у меня этот UMP. Слушай, давай мы муслима сожгем. Помнишь, как он забомбил? Твоя левая сейчас точка.
Он, я думал, он уже не забьет, ну ладно. Ну ты мне лично ничего не сделать, я ж тебя хочу заваривать, ебать. Да не, типа мне это, я, все кто ливает, я их сжигали бы взрывать. Ты вовремя подключился, еще бы пару минут. Да, я в тюрьму сжег. Ну типа повезло, мыслим. Я сейчас летел, алмаз, наверное, солью. Вроде бы в топ 19 зашел, но дают минус 9. Вошел в топ 30, дают. Нихуя! Там к вам игрок бежит. Садись. Приедьте за мной. Я же говорил. Да нет, кто тут кинул гранату. Нихуя себе. Я же говорил. Ну, или меня там свалил. Да зачем? Слушайте, едь ко мне. Я хочу на крышу тут заехать. Да, здесь дом построен. Вы ебись в мою машину? Немножко невозможно. Умеете, могете просто. Спасибо за просмотр, с вами был канал JP, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.